там искать бельёчек. Остатки. Боже, какая тут красота. Фантастика какая-то, да? Как здесь красиво. Просто все белое, голубое. Мы приехали на тебя посмотреть, потому что ты самый красивый. Очень ты красивый. Просто невероятно красивый. Мамочку ждет. Мамочку, да? Скоро мамочка с молочком приплывет. Она поехала рыбку кушать, чтобы у тебя было много молочка. Чтобы ты еще толще стал. Привет. Привет, привет. Привет. Вот они с мамочкой. Привет, мои хорошие, привет, мои сладкие. Дай, говорит мне, молоко. Давай. Ой, смотри, он у него молочко ищет. У вас тут очень удобная кроватка. Тебе удобно так лежать, скажи мне. Лапки съесть. Что ты, мой сладкий? Что ты, мой хороший? Глазенки такие сладенькие. Разве можно тебя перестать снимать? Невозможно. Нет. Невозможно тебя перестать снимать, потому что ты чудо. Ты просто чудо. Сладкое, красивое. Да. Ой. Ой, это что ты? Зеваешь, что ли, так? Ой. Зевает, смотри. Пыхтит, пыхтит. Да мне ладно тебе. Не ругайся. Это мама с белёчком, это, наверное, папа. Пухлик, а пухлик. Пухлик. Замучили, скажем. Так удобно, да? Пузиком он кверху лег. Да ладно. Вот это льдина, на которой я стою. Кажется, что это не льдина, а просто кусок суши. Но это льдина. Она огромная. Когда мы на ней высадились, вертолет нас высадил, сразу улетел. Сейчас за нами пролетит обратно. Так вот, пока мы здесь были, мы на льдине отдрейфовались на 10 километров. Нам пришлось давать другие координаты. Я в шоке. А она, так кажется, не двигается. О, вот. 10 километров. Прикиньте, я вообще в шоке просто. Покажется, но ты стоишь на месте, как будто бы на суше. А на самом деле мы все это время двигались и дрейфовали на льдине в просторах Белого моря. Так что ждем вертолет. Сейчас будем летать. Я в шоке. Это так красиво, невозможно.